так не многолюдно, но люди идут гулять к Морпорту. Плюс 9 градусов, но прохладненько. Идем к Морвокзалу. Ветерок такой свеженький. Ощущается как плюс 3. Вообще, да, ощущение как будто плюс 3. Вот здание такое. Морвокзала. Лодка. Пока идет первый. Стоит такой величественный. Ветер немножечко утих, поспокойнее стало. Вот оно. Здесь прохладненько. Здесь открытое море, поэтому прохладно. Сколько яхт. Вот они, уточки плавают. Да. Вот они, уточки. Вот сколько их здесь. Подкармливают их. Такие стоят кораблики. Сколько яхт. Прокатили и едут. Яхточки. Смотрите, как вы ловите. Ну, такие фалька. Ну да. Крупненькая кефалька. Вы потом что с ней делаете? О, какая хорошенькая. Угу. Еще живая. Угу. И что с ней делаете потом? Ну что с рыбой делаете? Прохладненько. Вот так. Мы идем по набережной, гуляем сегодня. Все вышли, отдохнули, 31-го встретили, свинью проводили, вот, и крыску встретили. Все равно бутики все работают. Штормит, как море сегодня. Ой, весь кадр вы... Ай-яй-яй.